Сколько весит главный трофей украинского хоккея? Есть, но прежде чем я озвучу наших уважаемых... Отличное мероприятие, хорошая атмосфера, много людей, неожиданно, не ожидал, что столько будет. Не уверен, не все из них были поклонники хоккея, но надеюсь, может, пойдут и посмотрят на канале «Экспорт хоккей» на днях. Я думаю, люди заинтересовались, тоже посмотрим, какие будут отзывы после мероприятия на Контрактовой площади. Тоже многие люди пришли, которые так просто мимо проходили, ой, что там делают на льду, пошли смотреть. Может, и это тоже поспособствуют такие маленькие мероприятия. Это маленькие шажки, конечно, но двигаемся в сторону популяризации. Мы сегодня принесли наш же хоккей сюда, настольный, чтобы люди рядом с кубком, рядом с хоккеистами, как бы почувствовали саму игру именно руками. Дети очень хорошо себя в этом соревновании чувствуют, играют и побеждают. И как, в принципе, мы надеемся, будет наша плей-офф, в котором будут играть 4 команды, которые сегодня представлены были здесь. И тоже те, которые люди почувствовали сегодня хоккей. Значит, на настольный будут смотреть теперь хоккей уже на льду по телевизору, который будет в течение марта проходить в Киеве, в Бровара. Допустим, если взять телевидение, то, конечно, хотелось бы, конечно, видеть наш чемпионат на центральных каналах. На ведущих все-таки, где больше зрителей, больше популярно, ну, как-то развивать его в плане том, чтобы больше показывать телевизор. Потому что, как правило, он идет не совсем прайм-тайм, то есть не очень удобно людям бывает смотреть его. Ну и информации, конечно, не очень, наверное, много. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы ее было больше. Рады выступать на таком мероприятии, рады, что нас позвали. Вообще, мероприятие очень достойного уровня. Все-таки почти пол Киева на этом мероприятии сходится. Ocean Plaza достаточно известный шоппинг-молл, поэтому все, я думаю, увидели, как мы выступаем, хоккеистов, и очень довольны. Мы выступали за хоккейные клубы, поэтому, конечно, мы немножко и правила знаем, и нам интересно смотреть за этим видом спорта, очень даже увлекательно.